Вместо Позастава поправка. Вместо Протима сейчас вертушка зайдет. Протим что-то потерялся. Али, ты тогда иди в правый АПЗ. А Глеб пойдет левый АПЗ. Ну, поменяйтесь местами, короче. Мы налево. Али, а ты в том кланте один делаешь? Да, я уже. Этих четверых помощников нету сейчас? Нет, нет. Я в основном имя знаю, чем все равно выстрел в сайте. Да, сейчас раз кидаю еще раз. Там надо там найти металлические балки, надо подрубить, отвести, где-то застреваешь. Там, в принципе, можно мы как-то с Руставом играли, даже где-то в стринге вдвоем друг друга потягали, помогали. А, так, один одно везет, другой другое везет. Там что-то завод восстановить, там что-то. Что-то. Можно офлайн, можно онлайн, да? Ну, онлайн, да, там даже четвером можно даже играть, ты будешь все пить. Ну, онлайн, на компе я в Евротрек играл. Российскую карту установили. Так, все зашли по второму пригласу, бойцы.
машина новая, ну, там КамАЗы были, потом и Краснодарский край, Польский, и Ростов, и так полностью почти полностью Россия, вплоть до Урала, до Мурманска даже. Прожимайте начать игру. Может, чудо произойдет. Не, не произойдет. Ты правый АПЗ. Вот. Вместо... Не, вернее, ты левый АПЗ, а Али идет направо. Все налево, все налево. Греб, если не принципиально, там потом поменяй этот фончик на аватарке. Скандинавское дерби. Ну, они по этой схеме катосят, как прикольно. Айзек суперсаб, хорошо. А этот не суперсаб. Вот так вот. Так. ЦПЗ Пракс, будешь этим? Хотя, ну может вот этого, но он, по-моему, без отбора. Да, он без отбора. Этот хоть что-то отбирает. Димон, угловой Димон. На угловые поднимайся, Димыч.
по людям. А вы же поменялись, Али. Кто? Автор, кто взял Кулишевский? Муха, ты ж цен, мух. Я же схему сбросил в чат. Ну, буша поза. Так как. Ну ничего страшного. К сожалению. Там впереди не принципиально. Не, чего? Все нормально. Впереди похуй, как бы не страшно. Да нет, все. Не то посмотрел, да. One glance and you know where we are. It is one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. And boy, does it add to the occasion. We have already started here. He's made sure that that won't get through. Под собой. Хорош. Трое в штрафную, двое на подборе. Один с опоздавших ниже. Отлично. Штрахуйте. Фраг свой, фраг. Алекс, высоко, Алекс, ты ж крайний защитник. Хорош. Али, смотри за линией, Али. Еще один в стенку, угол. Вот так, да. О, вот для этого мы это и делаем. Я низом дам, низом треугольничком. Ой, бля, у него пас хуёвый. Вырезал, блядь. Там, блядь, я никуда.
Вынос, вынос. Один встречает, один. Да. Есть край. Мух. Ух, хорош. Не туда давал. Арчи тебе давал. Квадрат. Хорош, Димон. Хорош, хорош, Али, хорош. Всегда, я всегда приветствую так вот. Если хотел поострее, впереди оно. Юрчик, я не из не туда этому вертушке. Вот за него, за него забегать, да-да-да. Хорош. По людям. С этим, с как его, блять, с Холландом играть. Юрчик. Или вот с Холландом. Хорош. Страхуем. Квадрат. Хорош. Что? А, они. Вали. Через дом, ребятки, через дом. У нас схема такая, что у нас всегда там есть два полузащитника, с кем можно отыграться. Муха твой. Потеря, потеря. Хорош. Мух, оставь Виталику. Все, он с мячом. Кинь мухи, он тебе вернет касание. В касание. Кидай, 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 кидай. Так, мне. Хорош. Под тобой. Давай, 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 давай до конца. Хорош. Есть дом. Есть дом. Отлично. Саня без дриблинга в середине. Отлично. С Холландом. Тот один с Холландом играет. Accusatory stare there tells the whole story. Sweden just had to make the ball stick, but came up short. Арчи, садись, садись, Арчи, садись со своим вот с тем, да. Тут Виталик. А тут Димончик. Надо вынести. Муха, оставляй. Есть дом. Всего нету.
cuts in. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Автоподачники ниже, ниже, высоко, опорники. Я спросил, один пошел вперед, второй сидит. Блять, а где... А чё там? Присобачусь к этому типочку. А вот тоже толпой сыграли. Опа! Саня, беги назад, Саня. Отлично. И Виталик один, один Виталик твой. Хорош. Димончик, получи меня, Димончик. Край. Хорош. Али низом. Али не, не забросик, низом. Ой, он, видишь? А. Хорош. Так, назад, назад, назад. Хорошо. Так, играем. Впереди чуть-чуть проще вот с этими передачками. Сзади все хорошо пока. Тут утро. Парни, у меня гроза сильная, может вырубить. Принято, Димон. Алекс, аккуратно, у тебя желтый, Алекс. Тащи, 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 тащи. Хорош. Да, 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 да. Давайте на ЦЗшника. Да. Арчи, посадись, Спракс поднялся. Thank you.
Вот, блядь. Бля, я же всего попал, да? А, точечка, заебись. Да, Дима, да? Ты их там затоптал. Ногами, да-да-да, я еще и паузу дал. А кто-то вообще в этом футболе отбивал так ногами по немку? Я не видел. Если он уже прыгает. Муха, садись, муха. Виталик, не проиграй. Хорош. Дальнюю смотрите, Димон, твой. Хорош. О, здорово. Ага. Саня, беги на засы. Да. Не останавливайся. Квадратик. Хорошо. Алекс, ну родной, выноси, выноси его, да. Хорош, 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 по людям. Не бежим толпой, не убегаем от игрока с мячом. Так, все, Форсберг, все. Форсберг, все, выйдет. Ой, не, не этот, пардон. Вот этот. Да. Тик и в опорку. Так, Ларсон. Еще две замены. Так, давайте еще. Еще две заменки выходим. Так, не пожарим. Играем, как играли. Ну тут ничего не сделаешь. Это. Вот тут вот чего бросили этого Холланда. Там только его нужно держать, не бросайте его. As it may have been, they all count one.
Так, это Али, Пракс, поиграйте на своей половинке сейчас. Вообще не поднимайтесь. Ну, Али, этот Пракс с Арчи. Да, да, да. На своей поиграйте. Давай в край. Ага. Хорош. Молодцы. Поехали, поехали. Я тебя умоляю. Ну еще ж не выиграли. Лучше повтор. Серьезно? This has been an immense contribution for one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. So the lead now is... Ой-ой-ой, попроще, бойцы. Should be a big game changer. It's certainly been a big mood changer. King with the challenge. And he has given away a free kick. Давайте на Айзека, он высокий, я скину на Али. Хотя Али тоже, в принципе, не маленький. Подбор. Муха твой, муха доиграй. Виталик твой. Отлично. Так, заменки. Ну, пока остальные живы, одну ставим. Нельзя. Выходим, конечно, выходим. Алло. Вынос. Хорошо, чик. В середину было опасно, блин. Прочувствовал ты ситуацию. Один, один. Есть дом. Или так, здорово. Алекс! В касание, в касание. Ты что, разворачиваться? Квадрат. Не пытайся сохранить. Хорош. Так, еще один дриблер на своей половине поля. Мух. Хорош, есть дом. Нет, да. Да, это я, блядь. Вот вам рассказывал, да, как сохранить мяч и привез, сука. Норвежцами сыграем. This is threatening to become a really good game.
Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of getting the balance right between attack and defense. Хорош. Высоко, ребята, один на подборе, двое в штрафной, остальные домой. По счету играем. 25-й лишний, 25-й, кто это? А, это Али. Димончик хорош. Пенальти заработал, гол забил, прямо man of the match. Это на него та гроза подействовала. Хорош. Алекс до конца. Вот вынести, ребятки, квадрат. Вот мы сегодня два гола пропустили. Я не вынес квадратом, и вот сейчас. И был бы счет 5-3, вернее 5-2, было бы все гораздо лучше. It's time for them to concentrate on closing this one out. Just a few more moments for them to hang on. Здорово. Вот так-то так встречать один. Этот один будет Алекс, твой игрок. Беги, беги, Алекс, беги, беги, беги вперед. Здорово. Хорош. Перевод. Сильно. О, здорово. Ну, Али, ну я же спросил же это самое, не толповое, шире уйди. Вообще не беги, ну смотри, ты должен наоборот убирать защитника как бы, а ты с ним прибегаешь и пас получается ни тебе, ни мне не идет. В том-то смысл, растягивать. Точно так же, как мы в защите бегаем, куча дней есть хорошо, точно так же и впереди. Один, 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 один. Блять. Вот видишь, как его вынесешь, блять, они втроем тут. Ты не хочешь? Нажимайте, нажимайте. Нажимаем, нажимаем, серию пенальти, нажимаем, нажимаем, нажимаем. Еще четверо, еще жмем, 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 жмем.
Lindqvist, Larsson, Isaac, Olsen. Boy, you can feel the tension. Really do with scoring the first penalty. And he's found the net. He was always looking good there. Nice penalty. King with eyes on the prize. He just did what he was asked. So, the second man in line. Красава. The right way, but can't keep it out. Ну, сучка. So, the second man in line. I thought he did really well to hold his nerve then and score that penalty. Кто-то выкинул, походу. Куда он ушел, блядь? Хорош, не повезло чуть-чуть. Бляш, опять кого-то выкинули, что ли? Так, со мной. Пракс, ты тут, Пракс? To keep it alive. Oh, nervous. Well, it's never easy to step up and take a penalty, but he slotted that home with authority. Olsen obliged to stop this to keep them alive. Damn it. And there it is, the decisive kick. Да, у меня вообще и Димона не будет, и этого, и Павла не будет. У меня двоих уже нету. Да. Поэтому я хуй его знает, где остальные сейчас брать. Не, там два моих голова, пацаны. То есть там как бы... Так, Алекс, спасибо. Да. Так, там нужно двоих человек, блядь. На третьего, кого же? Димон, ты точно хочешь, Димончик? Ты точно уходишь на третью? Да.
Понял, понял. Сейчас вот такая вот. Салют, Павел. Nice to meet you. Finally you are in. Okay, you are a central midfielder, yeah? The central defender midfielder, as I show you. Так, это Павел, наш испанский легионер. Да. Павел, everybody happy to finally hear your voice. For 1 year, more than 1 year actually. Только бы сейчас сконнектила. Так, вместо Протима, блять, не удалось подключиться, сука. Быстро. Yeah, no problem. No, we will recreate it. It was already happened for first match. Тик, пенальти. Хотя нахуй эти пенальти я поставил. А, Вагиф. Напишите Вагифу, пусть заходит. Он что, на ворота хочет? Поставим. Почему 10? Не, Димон, на ворота. Чтобы не уснул просто он.
Все принос получили. Павел, did you get an invite? Did you get an invite? Yeah, you get, I think. Okay. No, I mean, I'm just asking, did you get invite? But I saw you in the room, so I suppose that you finally get invite. So, first game was 5-5. Unfortunately, we were playing better. But we scored, it was 4-2 or something, but 3-1. But unfortunately, I was made two mistakes. One mistake by goalkeeper and, okay, never mind. So, final was 5-5. The opponent is good team. Opponent is good team. Так, Вагич залетел. So list. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто-то наш один еще. Димончик, ты тут? Кто еще не зашел? Али. Али, ты тут, Али? Да. А чё ты не заходишь? Я же во второй игре не играл. Не-не-не, заходи, заходи. Все, Вагевчик на воротке. Становись. Ты, значит, по первой схеме. По первой схеме, вернее, по второй схеме играем. И вместо противника Али ты АПЗ. Видел схему? 4-3-3 ты АПЗ. Муха правый нападающий, Глеб левый нападающий. Да. Жека, здоров. Все налево. All going left. Uno más. Так что норвежцами, наверное, попробуем. Интересно мне, как они. Я. Да, давай, давай, Димончик, все свои. Ну, тем более Вагиф как бы не самый худший голкипер. Далеко. Блядь, это бычий норвегец. Они же Мексику хотят. Норвегия. О! Мелико Дивар тоже надо. На воротках, Вагивчик, этот. Так, загрузить. Голкипером попалишь. 4-2. Ладно. Ладно, ну так, ну вас баню. Ты Одегард. А, он, блядь, на стрелке. Какого? Хауге? Вместо Кинга? Так. Ладно, Вагиф.
Сейчас. Агивчик, ты туда иди. Павел. You go, you will play as Holland, 10, as center forward. Okay. Вагиф, ты ЦПЗ. Вагиф, услышал? ЦПЗ. Вот этот вот. Норман. У нас. Я заворотник. Берите все. Бля, цен, Павел, yes, окей. Да ну его нахуй, Магивчик, мы не готовы еще к таким экспериментам. Давайте постараемся пропустить меньше. Али. Есть дом. Квадрат. Да. Один встречает. Too strong for his opponent. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. I think it's great to see that kind of application and desire from the forward who wants to help out his defense. I think, you know, any good team really, the striker should hit one. Хороший очень. Марч твой. And it's Fofana. Plays a clever pass. Да я уже забыл, как стоять, я вам честно скажу, когда я стоял, блядь. Не. Ух ты, блядь, он. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? And he's going against the crossbar.
one straight back. Gets it back. Есть дом. Угу. Выношу. Got options out wide. Great run this. He's covered quite a distance. Lovely feet. Муха, расставайся, Муха. It's good distance on it. А ты на пенальти? На пенальти шел? Have it back and they can go again. А ему же? Он же открылся. Norway are behind here, despite their domination of possession. Аккуратно, Глеб, аккуратненько с такими. Лунуси. Брейдл. Сери. Хорош. Гуд. Виталик. Не-не-не-не-не-не, я тебя просто как бы обозначил. Хорош, Арчи. С 19-м. Муха, муха, выскакивай, муха! Knocks it away. Здорово. Здорово. О, красава. Отлично. Ух. Серединку смотрим краем глаза. Ага. Один встречает кто-то, кто-то надо бы. Отлично. Так, выношу. Окей. Playing forward. Подбор, подбор. Можно свалить тут. Не, можно свалить аккуратненько. Уже не надо фалить. Один, один. Подбор. Nice play. And it's got through. К нему. More closer to him. О, хорош. Lower pass. Lower pass to Holland or... Yeah. Низом отдаст. Но ло. X. Yeah. Harder. Окей. Okay. Ну...
Виталик доигра. Испанец. Хорошечек. Опа. We lost one. We lost one guy. It's maybe it's good, maybe it's bad. Yeah. Выношу. Беги, выигрывай, родной. Ай, давай. Осталась минутка, Праксик. Минутка осталась, надо, блядь. Я уже ловил, блядь. Да он бил, блядь, я же знал, что ты ногу подставит. Not bad, but we could do better, guys. Говорю неплохо, но можем лучше. Бля, вот видишь? Не, ну я, блядь, сколько полгода не стоял на воротах, блядь, пиздец, забываешь все. Короче, ребята, ваша задача не давать им бить поворотом, Да, передерживает. Сейчас защитку пойдет на третьего, будет цементировать. Опа, вот. Да, Пракс хорош. Нормально. Бля, ребятки, он сейчас хорошо сыграли. Back in. Set it.
Хорош. No sign here of forwards working back. They are staying upfield. They are, Peter, and it gives them a chance to break, but it's also causing an extra defensive presence to prevent that. Oh, ball needed to be better there. It's a wasted chance. Just get the pass. Свои, свои. Есть дом. Есть дом. Нет. And it's played forward. Треугольником дал. Ты, блядь, туда, сука, и некого, блядь. Поехали, пока больше некого выпускать быть. Выходим. Хорош. That is as far as they're going to go. Oh, he's in. That's been leave it clear. По людям и перекрывайте низкую подачу. Хорош, Глеб, тащи. Тащи! Well, they say that your front lads should be that first line of stopping the opposition. I think he's taken не в пятером, в четвером. Один. Дом, дом. Здорово. Все равно хорошо. Все равно хорошо, хорошо. Там чуть-чуть. Да, там чуть-чуть было. По мысли супер. По мысли супер. Хорош. Тарки, что из дом? Угу. Логичек, навязывайся там. Ой, здорово. О, красота какая. Муха надо забить. Забить надо, муха, а не бить, не пад. Ставь кор, не, ставь корпус, заходи и пробивай. Понятно, тогда ладно. Good. Nice play, Павел. Now, can he capitalize?
Опа, можно свалить, можно свалить. Уже не надо. По людям играйте. Здорово. Один бежит, другой сзади, второй, ну, уже позиционно. Так, ребятки, высоко, блядь, ЦПЗшники. Есть дом, Юр. Все, нету. Есть. Ой, я случайно. Прикольно. Вагиф, голевая. Голевая, Вагиф. Да, ну. Один встречает. Very good. Solid play, Павел. Nice. Так ты же АПЗ, насколько я понимаю. Хороший талик, лучше. Сейчас будет заменка. Контратак. Not more than four people. Not more than four people. О, ловись. If you're sure, no problem. No problem. As soon as it reaches the goal, keeper, it's okay. Как испанец на русском может развивать? Ну да. No. They're just one. Ali is asking why Pavel do not speak Russian, because he was thinking all the time that you're Russian or Ukrainian. Now he's very surprised that you're Spanish. No. You know, I told you that for more than 1 year, half of my team was thinking that you are from Russia or Ukraine. Yeah, exactly. Deftly done. Oppa. It's the goalkeeper's betrayed. South of Spain. No joy for the players, nor indeed for the loyal fans. It has ended in defeat. A thoroughly disappointing outcome. Any reflections on what you've seen, Jim? Norway. Не, Мухаммед не идет, Али тоже не идет. Окей, Павел, thank you very much for your play tonight. Yeah, thank you very much. Yeah, so see you soon. А, нет, есть вместо Димона Вагиф и вместо Павла Жека. Третьего я, ну, нету, Али. Братан, сори, ну надо побегать.
Да, 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 вообще ни о чем. Так, сейчас, сейчас. Ты, Жека, заходишь, Жека? Так, а по схемке, сейчас, блядь, бойцы, быстренько по схемке. Короче, мы играем 4, вот, короче, как мы первую схему играли, 4-2-2-2. Ваги, Фьюра, ЦЗ. Так, да, кто вышел? Павел. Муха, сейчас, 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 сейчас. Да, нет, давай ты, наверное, да, сейчас, 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 сейчас. Так, быстренько поменялось, мне надо чуть подумать. Левым защитником? Левый ЦЗ, давай, ты левый ЦЗ, Юра, ты левый защитник. Виталик справа, Вагиф правый ЦЗшник. Конечно, конечно, мы туда, да, да, да. То есть играем, играем вот так вот, но, значит, Юрчик, вместо Алекса идешь левым защитником по схеме. Муха левый ЦЗ, Вагиф правый ЦЗ, Виталик правый защитник. В опорке Пракс, Арчи, как и играли. Жека, вместо Протима. Бля, Вагиф, ты вместо Дима. Димы, Димона. Не, да, их заходит. Спросите там кто-то в чате, их 9 будет или 10. Наших 10 же. Раз, два. А, Вагиф не зашел. Нет, Тур. Да. Вагиф есть? У них, походу. Так, Юра, Пракс, Арчи. Глеб, ты тогда левый АПЗ. И Али, ты тогда левый ЦН. Левый ЦН. Все, Жека, ты правый АПЗ. Наших 10. Сейчас вас прошу. Поехали. Давайте теперь нужно показать уровень. Мы с этим сопом мы будем играть в двух турнирах в турецком чемпионате. Мы с ними уже играли в первом чемпионате. Мы 5-3 проиграли, 1-1 вторую игру сыграли. Поэтому с ними можно играть. Если они в польский турнир тоже заявились. А, и на чемпионате мира тоже есть. Только, правда, не в нашей группе. Поэтому соп такой. Все налево. Так, по позициям, да? Все, не тупим. Али левый ЦН, Глеб левый АПЗ. Вагиф правый ЦЗ,
Муха левый ЦЗ, Юра левый защитник, Виталик правый защитник. Пракс, Арчи, ОПЗшники. Тик, 4-5. Что-что? Ну... А, они пятерками хотят? Вот так вот. Вот так вот. Короче, ты Коуди. Шоу. Шоу, 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 шоу. Жека, кого тебя? Маунт Хендерсон. Вот так вот, Санчо. Вот так вот. Решфорда вместо Маунта, Натя вместо Решфорда. Арчи, ты чуть-чуть повыше, Арчи, вот так вот. Ты нет. Как... Да, я успел. Блять, только единственное, что... Нет, ты... Ты Кальверт Лювин. Кальверт Лювин, бери. Цен. И вот так вот, отлично. Все, Жека там просто внес. Сейчас я только быстро Кейна поставлю. Кейна поставлю ценом, и Вагиф побежит прыгать головой там. Давайте вынесем уже, как бы, и пойдем спать. Даже тяжело сказать. Тяжело мне сказать. Праксик, а ты ж ЦПЗ, Пракс? А чё ты Фода на себе оставил? Ну, я не знаю. Как ЦПЗшник? А у него отбор есть? Он там что-то прав, что-то отберет? Я просто не в курсе. Ну, смотрите. Сейчас я быстренько. Все, выходим. Выходим. А что, только меня слышно, Андрюх? В тусе. В это, в трансе. Jim, you've played in games of this nature.
couldn't make the difference. Yeah, Raheem Sterling, he could be the key man for me, Peter, because he's so quick and direct with the ball. Давайте, ребятки, сейчас у нас такой мини-дримтимчик, поэтому надо либо... Ой-ой-ой, не поверил. Жака, садись. Бойцы, если один ЦПЗшник поднимается, второй бежит назад, похуй даже что там и как. Хорош. Жака твой. И как он тебя, а? Турок. Али, давай-давай, смотрим за игрой. Понятно, что все спать хотят, соберись. Первый игрок вообще был лучший. Сейчас, чтобы не хуже сыграл. Лючик, сильно вперед. Да. Вот и все, наши 20 позашника отыграны. На Кейна. Арчик, касание, Арчик. Вот я так вот привез гол в первой игре. Жал, блядь. Нихуя он не сделал. Пошел, Саня, давай, ковид отступил. Дай. Да. Да. Со своим, да, с Агуэра, отлично. Том. Жака, садись, Жак. Нормально. Один. Давайте, блин. Считайте, представьте, что играем в четвертьфинал чемпионата мира. Ой, хорош! Очень грамотно сыграл, Али. Жака, садись, Жак. Подбор. Мартинес. Багифа, страхуйте. Да. Один. Шире, Раша, блядь. Не то, Глебчик, не то, уже как бы...
надо грузить. Ниже, ниже, Сань. Рашфорд. А, жалко, что он тебе в ногу не попал, блин. Хорош, Вагиф. Давай, Арчи, вот. Хорош. Так, Вагиф, Кейн в штрафной. Еще один на 11. И двое на подборе, остальные назад. Чтоб в защите 5 человек. А, еще подающий. Да, 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 да. А кто, ты подаешь, Виталик? Не, Виталик, дай кому-то. Что ты тут физически не добежишь? Подавай-то некому. Ладно, Виталик, подавай, только страхуйте действительно его. Все, вот так. Низом. Вот если бы ты сейчас низом ему дал бы треугольничком, ты был просто бы красавец. Дом. Так, как не низом я был готов принять? Не, вопросов нет. Хорош. Ребятки, в касание впереди поиграйте чуть-чуть. У вас Кейн на стрелке, блять, он за весь тайм два раза мяч потрогал. Мы что? Ах ты, сука, блядь. Вот, вот это я и просил. О, хорошо, он пробил, блядь. Здорово. Один встречает. Здорово. Один встречает, и этот один Бракс лучший. Дом. Молодцы. Угу.
Все толпой назад, все толпой назад. Есть дом. Или так. Со своим. Каждый со своим. 22-м. Кто там? 22-й или в середине. Можно вперед всей толпой. Время. Глеб, ну это вообще пиздец. Ну не то. Просто время. Ну, последняя как бы атака, как бы, ну. Глеб, давай во втором тайме. У меня просьба, значит, максимум два касания. А желательно одно. Короче, пообыгрывайтесь, поотыгрывайтесь, как Андрюха говорит. Отыгруемся. Ну, я надеюсь, что он первый не смотрел. Буду слушать потом. Жака на привоз ездил. А тут Юрчик. Ты тоже на привоз ездил. Ну, ну что, травите? Ребята, трешь. Одна ошибка. Ладно, ну две ошибки подряд уже острота. Соберитесь. Угу. Хороший мяч. Space out wide. I think that's a corner. Yes, it is. Vitaly. Tries to get it clear. Свои. Отлично. Здорово. Да, мы давно не пробивали угловых, я согласен. Страхуйте правый фланг. Правый фланг страхуйте защиты. Точно так же. А вот есть на ближней... А, нет. Да, хороший очень. Хорош, хорош, хорош. Хорош, там заберет Пракс. Здорово. Здорово, сыграли прям как, блядь, по учебнику. На Кейна и под меня. А, нет, не на Кейна, блядь. Виталик, то куда побежал? Отлично. Есть, есть, есть. Хорош. Ну, дождись. Пока оптима, он дома, да? Ну, брат. Ты чуть не убил фотокорреспондента там, блядь, защиту. Саня, давай, Саня, можно свалить. Уже нет.
Один встречает, один. Да. Перехват. Давай. Хорош, Арчи, лучше, можно дом. Дом. Молодцы. А, хороший гол. Вот это вот закидушка в тему. Когда оно в тему, тут не поспоришь. Саня, беги домой, Сань. Есть дом. Есть дом. Не надо, мух. Здорово. Калверт-Луин showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Давай, Глеб, до конца с ним. Так, теперь точно до конца. Садись, отлично. Дом. Мяч. Не привозим. Да. Логивчик таки хавает. Да, ну. С Агуэро из 21-го. Отлично. Муха, через тебя сейчас играем. Так, если у кого-то сдох, говорите, ух ты, давай. Хорош, Глеб, отлично, хорош, прочитал его. Да, ну тут у многих Решфорд, Сака. Так, Стерлинг, Маунт. Так, две замены еще, да? Выходим. Еще две замены, ребятки. Арчи, доигрывай, Арчи. Со своим. Да. Ну, это такое гол на исполнение. Ну, а тут проиграли, как бы, вот тут перелетело. Тут. Они сыграли хорошо. Ну, ничего, давайте забьем. Девчик. Арчи, назад, просто назад. Ага.
Не бежим все вперед отыгрываться, ребята. Не спасаем родину. Как играем, так и играли. Вон там 7 человек уже атакует. Угу. Такой, хорошо. Хорош. Фалижак. Виталик. Один. Ёб твою мать! Ну, это чисто не фарм, чисто не фарт. Сейчас поменяем. Argentina themselves into the lead. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Pickford sends that a long way. Would you? Ничего, раз на раз. Не-не, первый был нормальный. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Archie, брат, ну если ты уже так. Di Maria. We sit high. Tries to get it clear. This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want to double their advantage. No, it's not. And the counter is on. Бляка, твой, 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 твой. 5 минут осталось на клок. Argentina in it back again. And here's Lucas Ocampos. And now the breakaway. Oh, good interception. Oh, he acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, I mean, I think he did well to spot the run. He just didn't get enough behind it. It happens. Bah.
Еще будет момент. У нас как минимум один момент будет. Вырвать. Можно навесить. Хорош. Все вперед. Вагивчик. Там всякие там другие. Один, кто-то один останьтесь только. И на подборе. И на подборе. Виталик на 11. Ну, так он решил. На, сука. Да. А может еще один? Да. Скидка. Ладно, не будем забивать. Главное не пропустить. Блять, еще пенальти будет, ёб твою мать. Прожимайте, прожимайте. XXXXXXX. Они хотели четвертую играть, говорят, давайте мы вас четвертую въебем. Да я уже сам. Да. Ну им понравилось, я говорю, такой соперник прилично попался. А то всех ебем, а тут такую, блин. On the edge. Feel the moment. So the first penalty. На тебе. Обраточку, блядь. Да, как чувствуешь? Да. На, сука. Skipper. He just read that beautifully. He did really well to save that.
Давайте что-то там как бы придумайте, что ли, я не знаю. Спасибо, спасибо, Лир, супер, хорош, первая игра вообще бомба. Вот это было нормально. Спасибо, бойцы, мне понравилось сегодняшние игры, ну, как бы, было много экспериментов, честно скажу, ну, я же писал, что... Будут эксперименты, блядь, но я доволен. Вторую игру мы завалили, потому что я стал на ворота, как бы, ну, иначе бы Вагиф не досидел бы, блядь, до третьей. Это я так уже пришлось чуть-чуть так принести в жертву результат. Но первая, третья шикарно. Молодцы. Юрчик аж вернулся на позицию левого защитника, аж расцвел там.